Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Я просто усиливаю дом. Смотрится, согласись, действительно, ну, как бы эргономично. Реально круто смотрится. Такой, знаешь, неприступная крепость. Так, Олечка, давай, писай. Шуруй отсюда. Не, ну действительно, да. А, мы же хотели Яшу попустить, девочку. Сейчас пойдем тогда к Яшке. Твоя мама Робин Гуд, с ней мне так гуд. И чё? Ой. Погоди. Погоди, так мне теперь надо... А, Яшу в воду налить. А не наоборот, да? Не пойму я. Сейчас... В смысле, мне теперь надо идти вверх на воду, вылить Яшку? Или что, чел? Блин, а можно как-то проще эти ступеньки сделать? То есть получается, смотря. Во! Обсидан, пацаны. Надо было на пустой блок рядом воду ставить. Чтобы она разлилась на Яшу. Ну давай так и сделаем сейчас. Возле лавы, на камень ставь воду. Она начнет течь и заливать лаву. Япончик. Затупок. Воду или Яшу нужно на блоке рядом выливать, чтобы она текла, а не сразу жидкость в жидкость. Тупак. Подожди, доколис, чтобы она текла рокера, как пися женщины. Вот сюда, да, прямо вот сюда. Ты, походу, затопил все нахуй. Смотря. Да, блядь. Дедушка, а эти твои туннели на каком уровне под землей? В смысле? Почему вода не забирается? В смысле? Я не могу. Как ее забрать? Я поставил ведро и чё? А, есть. Экстрасенс. Я понял. Эй, ты никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по CS2 — Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно, раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Блять, так она сгорела. Прикинь, чел. Блять, чуть не умер. А, тут я просто потушил тушканчика. Ну да, вот этот мастер фаст. Есть экскрементальное давление. Пожалуйста, привет. Уже 7 лет, 7 лет.
Я убил Яшу, я убил эту обсидант. Блять, там Яша. Не убирается. Ебать, я не понимаю прикола, сука. Я теперь Яшу не переделаю? Мне нужен источник Яши, его убить надо. Там снизу Яша, я пи***ц, блядь, там Яша. Thank you for the support, everyone. Сука. I will see you. Ебать, какой блядь, Яша, нет. Huh? Мама, блядь, да сука, да, сгорел в Яше. Ой, господи, а. Яша не дремал, Яша, сука, выжидал. Мне просто Виктория Коростина, блин, понравилась. И мы с ней начали обсуждать любовные отношения, то есть сексуальные. Это тут при чем? Ух, ебать, да тут еще не все пропало. Как раз это, в принципе, да, 7 обсидантов, меч есть алмазный, это вообще заебок. Да нет, тогда нормально все, чел. А если задушить Яшу? Ничего не будет? Яша тут не выскочит, тут здесь. И вот здесь. О, а здесь не выскочит Яша. Чё ж я раньше Яшу так не потушил, как девочку? Джузеппе! Тихо! Мне надо золото, да, из золота сделать какие-то части. Знаешь почему? Я тебе сейчас скажу. Потому что, когда золото видят в аду, свиньи, они не нападают, они за своих принимают. Да. Хочешь? Я могу портал построить прямо здесь. У туточки. Я ж... А, могу, конечно. Я же могу портал у себя тут построить. Ну, если углубиться сейчас. Ну что, будем выстраивать. Напомните, как. Квадрат либо пешка. Вот раз и вот сюда. Норма. Схали выше, да нормально. Я попробую зажечь. Жопу зажись, я ебаку. Ротик закрой. Что, все? Выше, да. Дырка в пи***у открылась. То есть, по сути, это я открыл врата в Коростину. То есть, я порвал целку. Молодец. Кайф. Есть экстрасенсорика. Так, теперь я буду сейчас кое-что сделаю. Кто хочет понюхать какашку? Сбрасывай, занято. Не до нее абсолютно. Помню, что сделать, шлем или штаны, либо этот, нагрудник. Ну что ж. Ну что, ребята, отправляемся. А нахуй мы туда отправляемся? Нам нужны стержни какие-то. Нам нужны стержни, да.
Ну, с Богом. Вау! Красиво. Так. Мне кажется, что-то какой-то подвох насчет кровати. Ну реально, а смысл мне, блядь, просыпаться в аду, чел? Встав в кровать и спи. В чем-то подвох с кроватью, чел. Если я посплю на кровати здесь, в аду, но ее кровать убьют, ее же уничтожат. Неприятно. Не надо сохраняться, зачем? Надо просто не забыть, где портал, чел. Ставить факелы, чтобы было понятно, где портал. Дед, а что лучше, голые мужчины или одетые женщины? Одетые женщины. Привет, малыш. Ой, сейчас мы ебаться. Ой. Дед, ты умный человек. Что ты думаешь по поводу тусовки Ивлеевой? Правильно их наказали. Слушай, я вот не знаю, бля, правильно это не мне решать. Первое, что ты сделал? Это не мне решать, да. Потанцуем ламбаду любви. Я просто не понимаю прикола, типа, если это закрытая вечеринка, то почему она стала открытой? Дед, открою тебе страшную тайну. Если ты на этих оранжевых блоках магмы нажмешь Shift, то урона не будет. Угу. Что еще придумаешь, клоун? Дед, а что лучше, голая Лолочка или одетая Ольга? Голая Лолочка. Голая женщина всегда красивее одетая. Привет. Валера, да. Ты что, дурак? Сохранись быстрее. Пошел в ад без сохранения. Это сколько мозгов надо иметь? Еще журнал по Майнкрафту читал же. Нет, в аду нельзя сохраняться. Я даже логически если подумать, чел. Это мертвая зона, чел. Дед, ну смотри, как хочешь. Здесь. Чат тебе реально помогает. Если сдохнешь и потом не найдешь портал, вини себя. Так вот ты именно себе кровать поставил? А так если я сдохну, блядь, я буду дома, чел. Блядь, свинью не надо было бить, точно. Ой, пацаны, извините, блядь. Надо было трогать их, я забыл, блядь. Извините, ребята. Блядь, меня б***ли. Это кто там ходит у нас? А, Эмбер Спирит? Ля, Эмбер Спирит у меня в хате. Чел, ты чё, ебнулся? Иди давай сюда. Тут как бы, ну, не ждал никого я. Не, серьезно, братан, давай выходи нахуй отсюда. Реально. Я тебе не порно-актриса. Ты не туда попал. Видишь, а если бы кровать поставил, я бы оказался там, чел.
Поэтому мне сейчас ничего не стоит просто прийти туда, где я был, забрать то, что у меня выпало. Все, все. И теперь они будут моими друзьями, потому что второй раз я их не буду бить. Понял, чел? Привет. Тихо, тихо. Привет. Да не надо, блядь. Что, блядь, происходит? Ребята, не надо шутить с вами. Снова быть одиноким, потому что нет дырки. С ними меняться нужно на левую кнопку мыши. Я чё? Знаю. Но не с этими. С другими. Ты что, думаешь, я новичок, что ли, в этом мире, или что? Я эту игру нахуй крутил, чел. Она была мною пройдена, плюс попущена. Вот это мутикит называется. Это друг. Ой. Чё ты, я знаю, что сделать. Сделай миску и возьми красный и коричневый гриб, и ты сможешь делать себе гребную похлебку. Блять, пидорасы, сука. Ебали школьники, типа, обменять левой кнопкой. Твоя мать левой кнопку меня хуй сосала. Сука, люди умирают. Ой, пизда, Яша. Все. Человек упал и потерял все. Ты бы с вещами сохранился. Что ты пи***ешь, сын матери? Мутагенное ты состояние. Если твоя мать кровать сейчас сделает, я, то есть, в смысле, если я поставлю ее там внизу, в аду, кровать, я на нее лягу, то ты хочешь сказать, что я проснусь в доме? Ты что, дебил или женский могильник? Логическую цепь объясни мне. Ну, у тебя бы вещи бы сохранились хотя бы. Почему? Если бы кровать поставил. А так играешь профессионально. Как Ник Вучич, КСТА. Сейчас этот припизженный дом не найдет. Чекайте. Роза, закрой. A few moments later. Так, ладно, где мой дом? Туда или туда? А куда? Туда. Туда. Блять. Мама, я жить хотел. По-моему, я где-то рядом. Как же я забылся, то есть потерялся в этой глуши. Как не хочется остаться одному в этом большом поле. В поле брани и зла. Люди все и хотят от тебя лишь одного. Чего-то. Чего-то хотят, а взамен ничего не дарят. Опа, умер. Господи, почему у меня в жопе косточка? Давайте выйдем из миника. Давай выйдем из миника на сегодня, да. Потому что сколько можно. Я и так сегодня, ну, много сделал. Я попал в Яшу. Точнее, в ад попал. Майнкрафт никто не хочет, даже Маслори. Знаешь, как сказал? Он мне сказал, не хочу. А я сказал, почему? А он мне, знаешь что? Он мне вот это скинул. Ну, типа, наши пути разошлись. Я такой... Шо ты? А? Я хочу пиццу.